Этот город разный и красив, в нем терял тебя и находил. Меломан наших свиданий, лин в стакане, стертые кеды. Ты в голове на уикенд или только на лето? Детка, ты же знаешь сама, я тебя не выбирал. Это судьба, моя привычка, твои глаза. Может приснилось, холодный январь. Меня коснись, как первый раз. Детка, динамит, мое сердце взрывай. Ты изменилась, губы стали чужими. Ночная жизнь тебя поглотила. Дешевый кайф пропитан дымом. Моя привычка любить, а ты все забыла. Детка, ты все забыла. Привычка, запах твоей кожи. Снова услышать, что ты меня хочешь. С пятницы без памяти напиться. Жадно кусаешь, будто тигрица. Твои руки на мне, если падать с тобой. Только постель, обнимать до хруста костей. Сердце не камень, можно разбить. Следы на запястье, близость так манит. Все тебе позволено, зажги меня. Там, где темно и холодно, на дне морей космоса. Прятался поэт, который тронулся. Пьяная любовь, куда уходит наша молодость. Я бы время придушил за горло, чтобы миг с тобой запечатлить. Я бы лето променял на осень, чтобы спрятать тебя под листьями. Запоминай меня полностью, поджигай меня искрами. Детка, ты же знаешь сама. Детка, ты же знаешь сама. Я тебя не выбирал, это судьба. Моя привычка, твои глаза. Может приснилось, холодный январь. Меня коснись, как первый раз. Спасибо. Спасибо и вам. В нашій студії музиканти, автори-виконавці Влад Зоренко і Максим Дрозд. Вітаю вас. Здравствуйте, спасибо, що привезли. Спочатку ми почнемо з невеличкого бліц-опитування. Я думаю, що буде цікаво, і ви зорієнтуєтеся. Добре. І дасте гарні відповіді. Якості, якими має володіти артист або музикант? Він має бути відкритим. Відкритим це к своїм фанатам, к його оточенню, яке його оточує. Это как минимум. Ты что скажешь? Открытый должен быть для людей, которые приходят в гости домой. Да, я согласен, поддерживаю Макса. Должен быть открыт на сцене, как на сцене, так и, в принципе, в творчестве. И в жизни. Не брать слушателя, это главное. Потому что чувствовать слушателя, когда ты берешь ему. Музыка — це? Голос — это к народу ближе, типа. Если конкретно для меня, то музыка — это вот способ удаления всей боли, которую я испытываю. Ну, у людей есть разные способы. Возможно, алкоголь, возможно, сигареты. А для меня это музыка. Вот. Через музыку это легче передать всю боль и направить ее не в злость, а в нужное русло. Это интереснее. Ваша композиция, яку має знати кожен, це? Именно наша, да? Так. Маленькая есть песня такая у нас. Люсенька. Это назва. Да, это назва песни. Она года два назад записанная, но она очень открытая, эта песня. А на вашу думку, Влад? Знают песню, возможно, даже те, кто меня сейчас смотрит. Это песня «Ла-ла-ла», но сегодня будет звучать другая. Но хотел бы я, чтобы все-таки мою песню услышали, это «Маяк». Вот сегодня самая искренняя моя песня. Мы еще почуем. А справжній музикант повинен? Або співак, або виконавець? Будь открытым. Это самое простое. Он должен быть простым. Он простым, потому что, как же я ранее говорил, что зритель чувствует это все. Это все он чувствует. Справжній музикант. В 21-м столетии? Знаете, тут разные мнения. Возможно, кто-то скажет, что уметь зарабатывать музыкой. Я поддержу это.
потому что хобби должно приносить все-таки плюс какой-то. Для мене це складний питання, я не готовий на нього сьогодні відповісти взагалі. Ви ніколи б не співали. Що? Те, що попросять, мабуть, скоріше всього. Тому що творчество повинно, в першу чергу, музикантам подобатися. А якщо тебе заставляють це робити, і саме якийсь матеріал робити, який тобі не подобається, типу, тоді не можна це не робити. Плюс ставлю, але я б не став петь пісні... Ані Лорак? Да, там язык. Ну, скорее всего, это старая песня. Цоя и... Ну, вот, это стиль мне не импонирует. Створені вами композиції мають подобатися в першу чергу? Нам, потому что если творчество... Если это вимучивать все и слушателю подавать, зритель чувствует это все. А если тебе нравится, то, ну, и твоим слушателям понравится. Не чужим людям, типа, а вот именно твоему слушателю. Ну да, тут такой вопрос, повторите его. Створені вами композиції мають подобатися в першу чергу. В первую очередь мне, но тут такой нюанс. Вот касается, что должен уметь артист. Артист постоянно перепевает одну и ту же песню много раз на сцене. И вот как можно потом свою песню воспринимать адекватно, если ты ее спел уже 300 раз, тяжело. Вот тут это нюансы такие. Не потеряться здесь. Да, не потеряться даже в своей музыке. Иногда это бывает даже. Ваши песни рассказывают про? Больше про любовь, наверное. Это постоянно. Даже если хочется написать что-то другое, другую тематику, все равно возвращаемся к любви. Про любовь поддерживаю. Про страдания тут я описываю два своих состояния. Это что я чувствую и что я чувствовал. И больше склонен чувствовал. Вот потом происходит буря. Музыка чи кохання? Одно без другого не существует, мне кажется. Нельзя так выбирать. Это сложно. Ну, я думаю, одно без другого не существует. Если бы его к чему-то прикрепили, этот вопрос, например, там, ну да, я даже не хочу навіть пример, возможно, ответил бы, сейчас не готов. Тяжело, важко. Творчість чи гроші? Що важливіше? То же самое. Для вас. У меня есть вопрос неоднозначный. Ну давайте, я потом. Одно без другого тоже не существует, типа, тоже должно дополнять. Музыкант, как говорится, ну... Ну, вот какая ситуация? Какая ситуация у нас получается? Музыка — это затраты, это записи, конечно. Это студия, это съемки и так далее. Нужно плюс ходить. Вот, ответьте на вопрос, как можно не зарабатывать и потом записывать что-то. Тяжело. Тяжело. Якщо Влад Зоренко не музыкант, то кто? Я занимаюсь дизайном, все обложки, которые есть у нас, монтажом, это все делаю я. Макс не помогает. А запитання аналогичне до Максима, якщо Максим дрог. Якщо не в музиці, так? Якщо ви не музикант, то ви хто? Барбер. Я стригу людей професіонально. Угу. Мужчин. Коли скінчиться карантин, ви перше, що зробите? На студію одразу поліцію. Что я сделаю, сейчас знает один человечек, он сейчас, надеюсь, меня смотрит. И вот этот человечек один знает, что будет, когда закончится карантин. И хай ему покортить, так, цей людині. Пусть. Ну, дякую вам за бліцопитування, за відповіді. Ну, далі давайте так трошки поговоримо вже детальніше про вас, про вашу творчість. Розповідайте, що за композиція щойно прозвучала. От, Максима, розкажи, про що вона. И до кого вы достукаться хотели? Это последняя песня первой любви, как знак того, что я отпускаю это. У меня новые отношения, и я эту девушку очень люблю. Эта последняя песня записана моей первой любви, как знак того, что, ну, что я отпускаю ее, типа, чтобы больше, ну, не хочу это мучить, все, типа, последнюю песню, это я все высказал. Кто пишет тексты и музыку? Ваших. Кто первый отвечает? Будь ласка, давайте вы, Влад. Ну, музыка у нас не вся авторская, не вся. Текста сами все пишем. Вот, я помню, с детства начинал писать, Влад немножко
позже потом подхватил это. Це те, що з душі. Да, да, ніколи чужого не исполняю. От, до речі, наступне запитання хотіла, коли почали писати? Можна отвечать уже, да? Да, звичайно. Я з дитинства помню себе, немножко что писал, но не всегда получалось. Потом начинали подрастать, и что-то начинало получаться. Так, мы с Владом сначала не дружили, даже дрались там было. Да, потом жестко. Я ему, ну, показал свои стихи, типа, он, ну, типа, тоже загорелся. Музыкой начали обмениваться. Ну, чужой, пока что своей не было. По поводу текстов, я там, анализируя свою жизнь, что происходило, я помню, когда еще в четвертом классе какое-то задание было, первая учительница что-то, какое, ну вообще, да, не помню. И там нужно было написать какой-то рассказ. Я помню, про пчелку писал. Это было в четвертом классе. Вот это я уже анализирую происходящее. А вот действительно с Максимом познакомились, начали общаться. Он мне как-то стих свой показал. Я думаю, ну попробуй, типа, интересно. Мы потом с тобой обменивались вот стихами, потом дальше скачали программу и дома пытались что-то записывать. Тоже обменивались, типа, было интересно. Вот. Да, чтобы вы понимали, ну вот это действительно человек общих интересов. Це так, вот. Все закрутилось. Конечно, музыка нас связала. Это на, где-то так в 10 классе, да? 10 класс? В 7. В 7 классе мы начали дружить, а музыка? Більш зріла в мові. Так, где-то вже старша. Звідки взагалі у вас любов до музики? Розкажіть про свій творчий шлях. Чи у вас є музична освіта, можливо? Можливо, хтось з вас навчався в музичній школі? Чи вам батьки прививали музику з дитинства? Чи це просто так от... Ви, хтось вас наштовхнув полюбити? Я з дитинства, як раніше говорив, постійно, ну, щось писав. И вот начинал слушать музыку, и мне нравились западные и СНГ-шные исполнители. Вот я им вдохновлялся. Первым классом ты вдохновлялся? Царем ты вдохновлялся? Нет, нет, а какой вопрос? Вот неуважно дуже, Влад, мене слухає. Звідки любов до музыки? Коли ви зрозуміли, що ви любите музыку? Это всегда было. Всегда было, не всегда получалось, типа, да, даже сейчас не всегда все, что-то получается, что-то задумаем, но всегда главное, что огонек есть. Ты знаете, когда телефоны были такие еще, вообще, когда одна песня могла быть на телефоне, и да, вот мы ценили, да, типа, ценили каждую песню, и это были, возможно, эмбриончики нашего желания заниматься музыкой. Возможно. Зараз ви не тільки колеги, так, можна сказати, ще й друзі. Конечно, ви вже конечно говорили, що ви раніше не дуже, ну, спілкувалися. Все ж таки, коли познайомилися? В першому класі ми просто... Навчалися разом. Так, да, так. Да. Просто не дружили, були різні інтереси, різні друзі. А зараз все вместе дружим, но с Владом больше всего сдружились. И именно с классом. Як сказав Максим, музика вас пов'язала. Да, да. Это как певица сказала, там она как ее зовут. Пісні ви комусь їх присвячуєте, чи це просто якісь душевні переживання? Конечно, это все из каждой какой-то жизненной ситуации, как Влад говорил, с жизненной болью, типа. Это все накапливается. Может даже быть песня из нескольких историй, вот, типа, и выливается в одну песню. Это все чувство. Но если это в контексте того, что вот конкретно я посвящаю эту песню вот тебе, например, ну нет. Согласен с Максом, что это вот пережиток эмоций, вот просто про этого человека, но не для тебя. Не про когось конкретно. Нет, это... Не для когось конкретно. Это не для тебя песня, это про тебя песня. Угу, вот так. Это, да. Як називається стиль, якому ви творите? Фух, я починав, мені більше всього подобається реп, але з часом мені починає подобатися поп-звучання, і як-то, що реп-сол, треп-сол більше. В этом направлении молодежном. Я не знаю, оставьте ссылку, пусть люди послушают и сами решат. Важко так зорієнтувати. Сейчас многие музыканты говорят, что нет какого-то стиля, сейчас все смешано, типа. И, конечно, поставались разные, там, рэп, рок, попса, типа, но сейчас все более смешано. А чому саме такий стиль до душі? Фух, это заелось с детства как-то. Вот. Ну, это все с детства, наверное.
На чому ви виростали, скажімо так, те, що любили слухати? Ну, не скажіть, я виростав на першому класі, і чому-то зараз я абсолютно не люблю подобні пісні. Перший клас – це, щоб люди розуміли, зрителі, ми. Это человек, который каждую строчку, там, мат. И вот, а сегодня абсолютно не воспринимаю такую музыку. То есть... До речи, как вы ставитесь до, ну, например, до таких песен? Если вот неформатная тематика, то нормально. Если формат, понятно, это дело. Тем более мы больше всего выступали там, где форматы. Поэтому это, мы понимаем это и, ну, не суемся с этим творчеством. Вообще у нас разные взгляды на, в этом плане. Я против. Хотя иногда хочется. Ну, хочется, честно. Потом тебя же дети слушают. Це головне, мабуть, так? Ти, що керує. Да, потому что моя все-таки деятельность связана с детьми, педагогика. И мне нельзя просто, ну, не то, что нельзя, да и не хочется. Не хочется учить плохому. Ви співаєте під творчими псевдонімами, скажімо так. Ну, є таке. Розкажіть трошки про них. Мой псевдонім Lonely. Я довго, ну, була теж себе іскав, який-то псевдонім. Я іскав і своє ім'я, і фамілію, як-то по-англійськи писали, типа. А потім я буквально недавно себе, можна так сказати, случайно в голову прийшло, типа. Это означает одиноким. Я в себе в музыке ощущаю одиноким, типа, и это всю боль, которая накапливается, я ее стараюсь через музыку. И поэтому вот Lonely, одинокий, типа. Влад Зоренко. Влад Зоренко. Ну, тут момент такой, поясни за фамилию. Так, момент был, что действительно надо был псевдоним, а потом пообщался с очень хорошим человеком. Думал, что надо. Да, кстати, он тоже, надеюсь, меня сейчас смотрит. Это мой наставник, один из наставников. Когда я пришел к мысли с этим человеком, что лучше мне оставить свое имя и фамилию, и я вот, здравствуйте. И так вы залишили. Да, получается так. Чи пишете вы музыку, чи тексты для інших виконавців? Гоустрайтинг. Нет, нет. Ми іноді друг другу показуємо, іноді можемо, можна сказати, сварвати друг у друга, типа. Це єдине, що. І то ми спочатку спрашиваємо, типа, можна ці строчки? Мені дуже подобалось, типа. Да. Если... Я часто беру у нього. А чи є у вас друзі ще, ну, не ви вдвох, там, а ще у вас є друзі, які теж би хотіли співати, там, ваші? У нас дуже талантливий текст. Друг, є Ярослав. Він теж зараз смотрит. Да, він зараз смотрит, но он очень красиво поет, и, ну, немножко. Немножко нас поддерживал всегда. Ну, хорошо. Мы вместе тоже репетировали постоянно. Но вот с Владом именно больше у нас тематика. Он более к рок-музыке ближе. Вот так вот. Ви не лише записуєте аудіо, у вас дуже багато, я переглядала і в соціальних мережах, і на YouTube-каналі. Є ще декілька кліпів у вашій колекції. Хто створює кліпи? Мы сами. Ну, какой момент? Максима есть профессиональный клип, который люди делали, профессионалы. И наши любительские, это большинство наших. Да, большинство, это все любительские. Муд-видео большинство. Сколько загалом клипов уже в вашей коллекции? Это... Нормальных ноль. Я не скажу, что у меня есть клипы. У меня есть муд-видео, которые просто настроение описывали. У меня где-то два клипа. Напомню. Два клипа. А про ідеї кліпів розкажіть, про сценарії кліпів, хто придумує і взагалі чому тоже такого формату? Самі це все от спонтанно як рождається. Типа, ну як спонтанно? Я до карантину, мені були плани записати ла-ла-ла кліп. Да, ми планували, був план записати кліп, да. И он появился. Ну, я работал над сценарием, он есть, сценарий готов, но опять же, ми сидимо. Чекаємо. Ждем чого-то, да. Кращого часу. Да. Чи брали ви участь у музикальних фестивалях чи конкурсах? Є таке. Я однажды їздив на X-Factor, но я даже предкастинг не прошел. Типа, ну, я не расстроился, это был как опыт. Еще я ездил, ну, районные, и я ездил на рэп-батлы. Один проиграл, а один победил. Вот. Это за опытом ездил, я больше за опытом. І, ну, за атмосферой. Мені просто це подобається. До карантину були у вас якісь концерти, можливо, де ви, в яких ви брали участь? Чи нет, тільки не для себе створювали більше кліпи? Для себе, ми постійно.
Знаете, были планы создать свой сольный концерт. Работали, пытались сотрудничать с другими музыкантами. Потом послушали реальную обстановку, как все обстоит, и просто ну, не хватило ни времени, ни усилий. Потому что жизнь складывается не только с поисков на музику, а еще другие нюансы. Поэтому... И коротенько розкажіть, чи є вже у вас якісь доробки, які ще глядач-слухач не почув? Які творчі плани? Конечно, есть. Вот во время карантина много времени свободно появилось. И вот дома я сейчас пишу. Я планирую вот после карантина сразу записать. Я не хочу сказать, что я вот буду обязательно записывать клипы и все такое. Я хочу. И я делаю все вот прям выживаю иногда. Но в полке очень много песен незаписанных. Вони ждуть, вони чого-то ждуть. Вони чекають, коли закінчиться карантин. Ну і ми зараз почуємо нарешті від вас пісню «Влади», тому ви вже готуйтеся, а я поки що буду вам дякувати. І з глядачами я не прощаюся, кажу вам до побачення, до наступного четверга. Залишайтеся вдома, будьте здорові і дивіться програму «Вечір» завтра о 18.05. А зараз слухаємо пісню. Мучиться, смешься мне молния в ночи.